Сила красоты. Сила семьи. Сила традиций. Сила движения. Сила света. Сила Сибири. Национальное достояние. На канале «Россия» время главных новостей дня. В эфире «Большие вести», в студии Игорь Кожевин. Здравствуйте. Нестандартный ответ на приглашение в Магадан. Я не буду говорить «лучевый», я приеду. Необычный состав для семейного переезда. И тещу хотите взять? Понятные мотивы принятых решений. Чтобы у людей не стырили эти деньги, вот что. И уроки истории. Это он острова отдал Японии, да? Разговор Путина с жителями Дальнего Востока. Сторона обвинения поверила в Кокорина и Мамаева. Футболисты вновь смогут радовать своих болельщиков зрелищными матчами. Футболисты досрочно выходят на свободу. Если их не примут родные клубы, то кто готов? Примем их, но он как за своих, но он и дадим возможность. Ночное нападение. Он был в перчатках, он был в маске. Кто и зачем влез в дом главы центра сберкома? Я так нахожусь электрошокер. Чем все закончилось? Убежал под моим натиском. Где ищет силу для Брекзита Джонсон? Он не стал театром Пугачевой и элитным домом. Останется ли столичный форум кинотеатром? Вакцины от бешенства закончились. Ее нет и не будет ее до конца октября, и не приходите. Но собаки об этом не знают. Вылетает стая, начинает кусаться. Но сначала конкурентные преимущества России, технологии завтрашнего дня, задачи по развитию космической отрасли. Сегодня Владимир Путин обсуждал на космодроме «Восточный». Президент приехал на стройплощадку второго стартового комплекса. Перспективы ближайшие – это испытания